Очередное ДТП с маршруткой. Сегодня днем на улице Победы напротив Вознесеновского рынка столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус. Двигались они в одном направлении. Перед въездом на стоянку легковой автомобиль притормозил и начал поворачивать направо. В этот момент в машину на полной скорости врезалась маршрутка. Во время аварии в ней находились пассажиры. От удара микроавтобус отбросило, и он вылетел на разделительный бордюр. По факту ДТП будет открыто уголовное производство. Toyota, да, поворачивала на автостоянку на рынок Вознесеновский. Маршрутное транспортное средство ехало сзади, двигалось сзади в попутном направлении. Вот, в результате ДТП доставлены в 5-ю городскую больницу 4 человека. По предварительным данным переломов нету у пассажиров.